Здравствуйте, Эзен. Как ночевали? С вами Васильевич. Сегодня будем готовить вот такую вот лапшу. Лапшу с подливой. Сделаем подливочку. И буду я готовить лапшу, как перед этим готовил я спагетти, то есть отварим, полностью выпаривая воду. Берем, там у меня кастрюлька уже закипает, вот, идем варить нашу лапшу. Да, закипела водичка у нас. Налил немного ее. Высыпаю нашу лапшу. Вот так вот. Высыпали. И, как бы говоря, помешиваю, чтобы у нас лапша в кастрюльке легла равномерно. Вот. Прибавим маленько. И будут у нас лапшины такие вариться. Вот. Перед этим маленько подсолил я. Потому что соленый у нас будет подлив. И перемешается, когда будет соль и приправа нормально. Ну вот. У нас получается, видите, с этой лапшой вот такая жижка. То есть не как со спагетти, а вот такая вот юшка получается, жижка. Ну, лапша уже готова, но не дождемся, когда выкипит, не выкипает. Мы следующее поступим. Берем нашу вот эту вот кастрюльку, накрываем крышкой и сольем жижку. Вот видите, какая жижка получилась у нас. Вот мы удалим ее. Лучше пустим на поджарку, скорее всего, сориентируемся. Ну вот, значит, у нас вся жижка ушла. Отставляем в сторону, перед этим помешав. Ну вот так вот у нас не прилипает ничего к донышку, видите, однородно. Значит, для обжарки у нас будет ливерная колбаса, мука. Вот здесь вот пару зубчиков я чесночка накрошил, лучок и морковь наша. Возьмем сковородку, поставим на огонь ее, на огонь. Наш лучок мы прямо сюда вместе с морковочкой, чесночком на конфорочку распределяем. Равномерно берем подсолнечное масло и произвольно вот так вот льем. Будем зажаривать. Ну вот, пообжарился наш лучок с морковочкой. С морковочкой распределяем еще его по всей сковородке и будем маленько добавлять муки, пообжарим.
Вот так вот сверху. Вот так вот. Распределили. Ну, хватит, наверное, две ложки. Здесь я всего 4 буду. Сейчас мы перемешаем, чтобы он тоже зажаривался у нас. Мука зажаривалась вместе с лучком. Распределяем. Пускай желтоватый цвет примет. Обжарится у нас. Это вот так. Ну, перед этим я... Вот кубик у нас. Кубик грибной. Берем. Так вот и сверху распределяем его. Вот кусочки. Там жишка будет. Жишка будет, она распределится у нас. Вот добавили водички и размешиваем ее. Кипяченая чайничка, водички. И чтобы пожиже было, как нашу подливочку. Подливочку. В эту подливочку мы добавим нашу колбаску. Вот она как раз сейчас растается. Будем перемешивать. Будем перемешивать. Вот так произвольно. Она распределится. Вот так вот. Перемешиваем ее. Сейчас еще водички подольем. Водички подольем. Вот так вот. Чайничка. Вот так тщательно перемешиваем. У нас вот, видите, процесс пошел. Колбаска растаивает, ливерная. Вот. И перемешается с нашей подливочкой. Вот так вот. Ну вот, видите, у нас не слипшее, ничего. Я маслица маленько добавлял, отставлял, чтобы наши конвертики эти, как назовешь. Вот, лапша такая большая. Вот. Ну и сейчас мы конфорку выключаем. Еще раз перемешаем. Видите, однородная масса. Зажаривается у нас. Вот. Вот так вот. Зажаривается. Ну и эту подливочку мы, как говорится, в нашу кастрюльку. Видите, готовится. Взял я ложечку такую большую. И вот так вот туда в нашу лапшу. Вот. Получится как мясо грибное у нас икра. Вот. И вот так вот перемешиваю лапшу эту с нашей подливкой. Вот. Видите? Так. Еще добавляем. Не жалеем. Для себя. Вот так. Ну вот. Видите? Однородно. Красиво, хорошо. Не слипшись. Вот. Возьмем. Выложим. Вот взял я такую вот красавицу. Посуду нашу. Вот. Выкладываем. Видите, как, что не кусочком, а каждый листик движется, тут не прилипший. Вот так вот. Выкладываем. Пожалуйста, можно подавать за, на стол, за столья. Как обзовете. Вот. Вот таким
образом. Видите, какая красота. Можно даже еще я возьму сейчас нашу приправку. Это незаменимый наш укропчик. Придадим цвет, вкус. Вот. Можно туда, можно при подаче, можно себе в тарелочку. Видите, вот так посыпаем. Посыпаем его по кругу. Вот так вот. Какая красота. А запах вот где-то так. Вкусно, калорийно. У нас берем хоть отсюда наш конвертик, листик, или как назвать. Ну, возьмем отсюда вот. Видите, отварной получился. В соусе, не тяп-ляп. Подливка получилась вкусная. Врать не буду. Одно вот здесь, то, что вот эти вот большие фракции, когда там сапожки там делают форму с твердой пшеницы, сколько ни вари, она вроде сваренная получается, лапша, не разваривается никогда. Не разваривается. И наполовину как бы мягкая, она центр получается пластика, как бы эластично. Вот. И это выдает, что с твердых пород пшеницы было сделано. Ну так, ребята. Айдар, свинорас, тебе привет, видишь, готовим помаленьку, так что, видишь, красота какая, Айдар, давай, привет, сразу, подливочка, ешь, как пельмень, правда, есть вкуснота, оболочка вот эта, как у пельмешки. Но фарша еще не хватает. Но так очень хорошо. Так что, видите, приготовили, все получилось. На этом заканчиваю. С вами был Василич. Пока-пока.